ключ от подвала у киномеханика. Опять ты опаздываешь. Не забудь заменить лампу перед началом сеансов. Возьмешь ее на складе, в подвале. Ключ от подвала на столе. Все. Товарищи, мы с гордостью сообщаем, что
упорный труд советских ученых увенчался успехом. Задача по искусственному моделированию человеческой сущности наконец разрешена. При помощи этого комплекса мы сможем проводить направленные психологические и физиологические коррекции. Созданная нами технология коренным образом изменит социальный облик нашей страны. Новый советский человек распахнет двери в эпоху революционного обновления мира, эры торжества новой коммунистической цивилизации. В целях секретности объект было решено расположить за пределами города. Большая часть комплекса находится под землей, что обеспечивает дополнительную защиту и скрытность. Для обеспечения быстрого сообщения между объектом и городом была построена секретная железнодорожная ветка. Поезд отправляется из депо городского вокзала. Главным элементом комплекса является волновой ретранслятор. К сожалению, мы не смогли достичь необходимой стабильности психодинамического поля. Поскольку амплитудные возрастания мощности излучения выводили реакцию в критическую фазу, была разработана система аварийного подавления структуры поля, позволяющая перераспределить физомоделирующий поток. Аварийная система должна быть активирована в случае потери контроля над ретранслятором.
Что-то опять эти разговоры о гигантских крысах пошли. На 4-м участке, говорят, напали на бригаду, когда та работала в туннеле.